Здравствуйте. На дворе раннее утро. И проедем сейчас мы с вами по объездной дороге, потому что на улице Луговая делают ремонт. Смотрите, как все цветет в садах и в огородах. А эта дорога ведет в поселок Малышево. Справа сады. Такая прекрасная погода, 16 градусов пока утром, обещают 29. Налево было на Малышево, нам надо прямо, а еще налево лесозавод, поселок Новокирпичный, Шумейка. Тут не подлатали дорогу-то. Показывает, что нам надо ехать прямо,
Ну, те, кто ездили вчера, позавчера, сказали, лучше прямо не ездить, сверните на Забойщик. Короче, во всей больничке надо делать, да, ямы хватать. Ну, поехали по Забойщикам. Никого что-то тут нет. Жителям, конечно, этих улиц не нравится. А что делать? Дорогу-то надо делать. Центральную хотя бы. Опс. Так, это мы, значит, объезжаем ремонт улицы Луговой. Со стороны больничного городка я заехала. Если со стороны города заезжать, нужно по другой дороге. Ну, посмотрите, частный сектор. Можно было уже свернуть. Ладно, проедем еще прямо. Улица Забойщиков. Такая улица. Улица, улица. Саеновская. Улица моя. Не знаю, что вам видно. Солнце, да, шпарит. Слушайте, ну так ведь тут тоже люди живут и ездят по таким ямам, блин. Уже яблоня цветет, а впереди сады. Все белым-бело, белым-бело. Да, здесь уже и вишня вон распускается. Очень рано все, очень рано. Ну, а нам направо. Вот так мы с вами проехали ремонт дороги. И выезжаем на Щебеночную. Ой, я ее называю Щебеночной. Конечно же, Островского. Остановка здесь раньше была. Называлась Щебеночная. Слава тебе, Господи. Скоро не придется мне выезжать за город. Ну все, здесь мы уже ездили 100 раз. Отвалы с пустой породой, тоже черемуха. Все, на выезд. Ура! Как помните, за поворотом стоит видеокамера. Сейчас стоит, нет, проедем ее и хватит съемок. Нет, сегодня нету. Дядька.
Это вам не Калифорния. Что-то где-то горит торфяник какой-то. Впереди такая дымка и пахнет дымом. Не знаю, видно вам эту дымку, нет?